То есть теперь и у Земли есть колдуны? Чаю? Я не пью чай. А что ты пьешь? Только не чай. В общем, я веду учет личности и существ из других миров, которые могут быть опасны для нашего. Боюсь, что твой сводный брат Локи входит в этот список. Не мудрено. Да. Но зачем тогда ты притащил его в Нью-Йорк? Это сложная история. Семейная драма, долго рассказывать, но тут мы ищем отца. Вон как. То есть, ну, найдете Одина и все вернетесь в свой Асгард без промедлений? Да, без промедлений. Чудесно. Тогда позволь помочь. Хотели. Тебя принесли в Камартадж на носилках. А сейчас вон ты какой, Пэнгборн. Мардо. Ну так что хотел, дружище? Я странствовал долгие месяцы и все размышлял. Достойно ли чародея выворачивать живую материю наизнанку? Красть магию? Обманывать природу? Как ты, друг? Я ничего не крал. Это моя магия. Моя. Магию надо оправдывать. Что же ты делаешь? Мне наконец стало ясно, что не так в этом мире. Слишком много колдунов.